Это Амели, красавица, звезда Бухары. Что ты нам споешь? Это звездочку. Давай. Я встретил девушку, повыдя носочки родинка, а глаза любовь. А эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой зевай. Я встретил девушку полумесяцем рой, на щечке родинка, в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Всем привет, с вами снова я, Даниэль. Сегодня я познакомился с яркой маленькой звездочкой Амели, а также со сказочной Бухарой. Посмотрев достопримечательности в центре старой Бухары и насытив себя интересной историей древнего города, не спешите его покидать. Бухара прекрасна всегда, но знойным летом гулять по городу днем жарковато. Ух, как хорошо! Самое время отправиться за город на озеро Тудакуль. Завершив вечером прогулку по городу, мы переночевали в одном из самых уютных отелей Бухары – Анор. Много отдыхающих. Зато в выходные здесь настоящий экшен. На курорт приезжают семьи с детьми из разных городов. Москва, привет, из Москвы! Я не из Москвы, я не из Москвы.
Вообще, Тудакуль – естественное водохранилище, оно называется озером. А я бы назвал его морем. Бескрайний горизонт и шумные волны, словно на море. Обязательно возьмите пляжную обувь с застежками. Озеро карстовое, берег из твердого известняка. Вода здесь чистая и теплая. Балдеж! Тудакуль – классное место для семейного отдыха. Так здесь понравилось, клёвый бассейн, клёвое море, клёвые шахматы, всё клёвое! Ты горишь как огонь, у меня огонь, это любовь, это паровое, ля-ля-ля, ля-ля-ля, ты горишь как огонь. Меня с ума свела, разбила сердце мне.